сегодня у нас тут произошел, как вам сказать, творческий вечер, посвященный нашему другу, председателю байк-клуба Михалычу. И пришли разные люди, даже которых я не видел практически с начала пандемии. И вот я сейчас хочу взять у них интервью. Здорово, братан. Здорово, братан. Представься, пожалуйста. Ларик. Это олдовый очень панк. Он представитель знаменской тусовки. Последний из панковской тусовки со знаменки. Да. Один динозавр остался. Хорошо, хоть успел на концерт, информация дошла, дошла наконец-то. Да, да. Человек пришел, для день грех бы не взять у него интервью. Смотри, братан, короче, задам тебе такой вопрос. Как, по твоему мнению, повлиял карантин 2020-2021 года на рок-культуру в России? Народ именно в России? Да, на рок-культуру. Ну, как сказать, много поотменили концертов, в том числе и в Орле. Ждали мы и Бурген, что должен был приехать, переносы идут. Ну а так, в среднем, мне кажется, рок-культура будет двигаться из пандемии, из чумы, и все, что можно придумать китайцами, все равно будет продвигаться. То есть можно сказать, что как бы все осталось, в принципе, на своих местах. Да, да, немножко, может, и затормозились, но затормозились сами концерты, которые были поставлены. Но я думаю, все движение как бы в плюсе будет дальше держаться. Потому что рок – это такая музыка, которая не может умереть. А вот слушай, тут вот такой каверзный вот вопрос от тебя. Влияет ли прививка от ковида на количество и вкус выпиваемого пива? Не знаю, я не кололся, на меня не влияет. Никак не я пиво пил, пью мало, но на меня не влияет ничего. Вообще никак не влияет. Нет, никак. И прививаться я тоже не собираюсь, потому что смысла в этом не вижу. Ну, а то, если ты фанат, например, группы «Адовый мужик», что ты ожидаешь от нового альбома группы? Ну, я ожидаю, я фанат «Адового мужика», потому что в «Орле» это, наверное, единственная группа, которая держит весь этот ритм, под которым можно сломануть, пообщаться с людьми, да, лично знаком, теперь я рад этому. Ну что, ожидаю, ожидаю больше трэша, больше музыки, хорошей музыки, потяжелее можно чуть-чуть, есть такие слащавенькие песни, но без них тоже никуда, потому что фанаты как бы «Адового мужика» разные люди, и поколения разные. Так как я человек постарше уже. Уже как бы хочется, да, потяжелее. Да, мне чуть-чуть потяжелее, потому что все-таки панкую с 96-го года. Да. Ну, начинал эксплойт, вот это все. Хочется что-то в этом стиле, хотя бы песенку две. Так что, Женек, что-нибудь придумай потяжелее. Хорошо. Ну а так, Адовый мужик, forever. А вот слушай, как вот по-твоему, город Орел больше знаменит орловскими рысаками или орловским панк-роком? Ну, я думаю, наверное, рысаками, потому что панк-рок в Орле уже загнулся давным-давно. Да? Да, движения этого нету. Последняя, наверное, движуха была, ну, году третьем-четвертом, такая серьезная. Все, потом, кто отправился на кладбище, ну, кто уже повзрослел, кто семьи, дети. Поэтому панк-рок как бы в Орле уже единичный, единичный. Как ты считаешь, остался ли вообще вот в рок-музыке дух бунтарей? Ну, сейчас вообще вот все такое? Я думаю, что в старом поколении может быть, в новом навряд ли. Ну, хотя они еще молодые, глупые, пока они все это с возрастом наберут. Я думаю, будет. Не, ну, получается, вот когда ты помоложе, сначала поп-панк слушаешь, потом... Нет, я начинал сразу с тяжелой музыки, потому что легкую музыку слушать я начал потом, когда уже голова начала от всего болеть. Поэтому что-то полегче хочется. И классики послушаться. Ну а так, в принципе, можно. Кажется, рубил. Да, я слушал сразу тяжелое. Поэтому легенькую музыку сейчас уже постарше, когда. Слушай, ну и как бы основной такой вопрос, который меня тоже волнует. Вот смотри, вот в прошлом году компания Илона Маска вживила имплантат Нейролинк, там, типа, в череп свинье. Вот что произойдет, если такими имплантантами в добровольно принудительном порядке всех снабдят? Ну что, будем стадо на поводке. К чему, в принципе, все это и делаете? Типа нас будут электрошок, да, лупить, будут, скажем. Будут, да. Мне кажется, все это будет. Тогда и белые розы будешь слушать. Потому что, да, будешь ты ходить.
на поводке, как говорится, но короче, это вот изгои будет... все равно останутся, всех под одну ребенка не приведешь. Ну, понятно. Потому что я как бы все равно против этого, свобода должна быть свободной, а не принудительной, добровольной, как сейчас все говорят. Российской молодежи. Не бухайте, не калите. Живите здорово. Слушайте музыку. Ну а что еще? А остальное сами себе пускай желают. Так что. Ну все, спасибо большое. Давай. Удачи всяческих себе. Талакин Игорь Юрьевич. Вы как, байкер, да, я так понимаю? Как сказать, у меня близкие друзья, реально именно друзья, состоят в этом движении. Я их полностью поддерживаю, то есть я не водитель мотоцикла, ни в коем случае, у меня нет мотоцикла иного транспорта. Но тем не менее, сам движ я полностью поддерживаю. Понял, хорошо. Можно я тебе пару вопросиков? Конечно, конечно. Ну, во-первых, первый вопрос, естественно, будет... Мои лучшие друзья, одни из основателей этого движа, то есть они здесь, одни из, ну то есть они стоят у верхушки, то есть так сказать. Ага, понятно. И то есть ты как бы в гостях. Да, я в гостях, понятно. Несомненно. Может ли существовать рок без наркотиков и алкоголя? Может, может, несомненно может. Рок это не только наркотики, а рок это движение души. То есть главное это душа. Если она движется в том направлении, то есть похуй на моду, похуй на все движения, которые происходят в наше время. Главное это, чтобы душа двигалась в том направлении. Главное душа. Ну а если не секрет, вы вот с какой музыки приобщились к року? С какой группы? С рока. С детства за рок, блядь, я с 8 лет у меня пошел рок. Сначала был это альтернатив, потом пошел панк, потом металл, а потом это все смешалось в кучу. Никогда не слушал ничего, ну именно с душой не слушал ничего, кроме рока. Отлично, отлично. Так, а вот какие группы в основном слушают байкеры? Сочетается ли вообще вот рэп и байкеры? Ну тут я не знаю, как бы я согласен с мнением, то, что вкусы это очень относительное понятие. То есть, если человек слушает какого-то там, я не знаю, что там рэпер слушает, Баст, Гуф, то флаг им в руки. Но все-таки я понимаю, что внешний вид и движение соответствуют нормативам. То есть это всегда панк, это всегда хард, это всегда металл. То есть это вот эти движения. Уйдите нахуй. Тихо, не надейтесь. Так, какой у вас мотоцикл? Мотоцикл? Сундап. Сундап. Сундап, да? Да. Вам понравился концерт? Да, понравился. А Бандан что вам подарил? Памела Андерсон? Бандану подарил, там короче, друг подарил. Ну ладно, не важно. Слушай, хочу задать тебе один вопрос. Если что, Алексей тебе поможет, если ты не справишься. Какие группы в основном слушают байкеры? И сочетаются ли рэп и байкеры? Байкер слушает панк, рок-н-ролл. Ага. Рок-н-ролл, рэп они не слушают. Рэп не слушают? Нет. Да? Нет, только рок-н-ролл. Да, да. Отлично. Что ты хочешь на сказать? Я удивлен его ответом. Поддержай, поддержай. Ну, мне кажется, байкеры, это... Да. Это вообще не по их теме там слушать рэп. Не знаю, из самых таких групп для них больше power metal подходит. А вот если нет бухла, стоит ли идти на рок-концерт? Если нет бухла? Да. Конечно, стоит. А почему бы и нет, когда выступает группа? Как
Как таких ребят не поддержать? Хоть без бухла, хоть... Можно без бухла. Да. Потому что, ребят, вы старайтесь, да, для нас. А мы старайтесь. Я у братка своего уже спрашиваю. Да, да. Слушай, стоит ли идти на рок-концерт без бухла? Нет, я думаю, не стоит, потому что будет очень скучно, бля. Обязательно. Хотя бы пивка или 150, это надо принять. Иначе, да, ты будешь сидеть где-нибудь на табуретке. Смысл ходить туда? Просто хочу сказать, Клёпа, он вечно молодой, вечно пьяный всю жизнь. Поэтому там без лишних 150 грамм даже отожгёт и в трезвом состоянии. Потому что вы стараетесь... А как, Лёх, считаешь, вот остался еще в рок-музыке дух бунтарей? Конечно, остался. Я в этом все больше начал убеждаться, когда адовый мужик выкладывает такие стихи, «Мертвые гирлянды», например. Очень революционного характера. Он остался. Просто надо такие группы искать. Они не везде. Сейчас много показухи на данный момент. А как вот ты считаешь, блин, что вот интереснее? Адовый мужик, поющий про социальщину и чернуху, или адовый мужик, исполняющий песни про революционных паричков? Мне все нравится. Я, пожалуй, поддержу своего коллегу. Мне все нравится. Сам. Разбавляется. Мне что обидно, что русский андерграунд не крутит на Радио Экспресс, на рок это. Есть у нас радио такого, Экспресс радио. Спасибо. Итак, с нами была банда Деда Короля. Армия Деда! Армия Деда Короля. Армия Деда Короля!